В преддверии Дня Конституции России в Верховном Хурале Тувы состоялось торжественное вручение паспортов старшеклассникам Кызыла. Сотрудники полиции совместно с депутатами регионального парламента в торжественной обстановке вручили 28 школьникам основной документ. Кроме того, обладателем паспорта гражданина Российской Федерации в этот день стал гражданин Республики Казахстан. А также вид на жительство было вручено гражданке из Республики Армения. Вместе с паспортом участники мероприятия получили и памятные подарки. Депутаты и полицейские пожелали школьникам отличной учебы, успехов и пожелали стать достойными гражданами своей страны.